Законопроект о принудительном переносе машин во время уборки улиц отправлен на доработку. Комитет Законодательного собрания области по промышленной политике счел его непригодным для России. Это цитата. Предполагалось, что в случае необходимости рабочие могли бы передвигать машины без разрешения собственника. Например, метров на 50, чтобы не мешали уборке снега. Однако, чтобы принять этот закон, нужно еще доработать систему законодательства в целом. Иначе авто одно за другим можно отправлять на штрафстоянку. Есть такие законы, западного мира, которые в России принимать просто нельзя, потому что эвакуируют сразу все машины, которые там, где стоят, нужные, где не нужно, для того, чтобы там деньги собирать. А я вот о чем хочу сказать. Ну, это как бы такая шутка. На самом деле у нас есть одна общая проблема для Челябинска. Это слабое исполнение административной практики. Зато тех автолюбителей, которые паркуют машины возле помоек, могут наказывать рублем уже сейчас. Горэкоцентр постоянно жалуется на авто, которые мешают проезду мусоровозов. Проблема в этом случае решается просто. Достаточно установить запрещающие знаки. Таковыми, кстати, сегодня оборудованы 70 мест для сбора бытовых отходов. А значит, инспекторы ГАИ вполне законно могут составлять на нарушителей протоколы.